Привет-привет, мои хорошие. Многие в Инстаграме, в ТикТоке спрашивают, чем можно помочь. Первое, чем вы можете помочь, это сделать репост, поставить лайк, комментарий. А благодаря этому больше людей будет узнавать о новостях, соответственно, и о тех проблемах, которые сейчас имеются. Вторая помощь, чем вы можете помочь? Материальная. Номер карты указан в описании к этому видео. В ТикТоке либо Инстаграме я, к сожалению, этого указать не могу, так как это нарушит правила сообщества. Третье, чем вы можете помочь, соответственно, это уже физическая, так сказать, помощь. Допустим, по волонтерству, по посадке саженцев, как только будут сняты, естественно, карантин и все ограничения, мы вновь начнем высаживать саженцы кедра и сосны в тех местах, где сгорела тайга, помогать лесхозам и так далее. Сразу хочу пояснить, на что нужна эта вот материальная помощь, потому что все равно такие вопросы будут. Первое – это на освещение тех проблем, которые есть. То есть элементарно деньги необходимы на бензин, на билеты, чтобы ездить, снимать репортажи и рассказывать вам об этом. Второе – это по поводу покупки саженцев. Сбор на саженцы, он, как правило, сезонный. То есть высадка идет весной, это май месяц. Обычно начинаем собирать где-то в январе. Об этом будет, естественно, сообщено и в моих аккаунтах, в соцсетях, Instagram, TikTok, и также здесь на YouTube. Ну, вот, в принципе, вкратце и все. Буду рад любой вашей помощи. Спасибо вам большое. До свидания.